Ульяновский театр «Кукол» поднял настроение гостям выставки форума «Россия», которая продолжает работу на ВДНХ. В рамках Большого молодежного и культурного дня Ульяновская область организовала сразу несколько площадок, посвященных Александру Пушкину. Сотни детей и взрослых учились писать как Пушкин, изучали сказочных героев, а также стали участниками необычных постановок от Ульяновского театра «Кукол» и не только. Всем нашим встречам на залоге высуждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Но вот и закончилось все, расставаться пора. Мы пошли. Стенд Ульяновской области продолжает работу на выставке-форуме «Россия».